Здравствуйте! Сегодня будем вырезать лицо мужчины с бородой. Может, кому-то это интересно, кому-то пригодится. Так что берем круглую большую стамеску и начинаем резать. Сначала выделяем лицо от волос большой круглой стамеской. Стараемся брать дерево так, чтобы угадать, где останется лицо. Теперь начинаем вырезать лицо. Начинаем с чего? Вырезаем, где будет лоб. Потом идем так ниже все. Глазные ямочки, нос. И так идем до бороды. Здесь можно делать пометки и промеры, кто не уверенный в себе пока. Фигурка это будет Иосиф. Иосиф, которого родился Иисус Христос. Он будет стоять и смотреть вниз, наклоненный над ясельками. Так что эта голова еще будет немножко наклоненная вниз. Лицо вырезаем с расчетом того, что Иосиф еще будет улыбаться. Лицо вырезаем с улыбкой. Здесь берем плоскую стамеску и плоской стамеской подрезаем снизу большой плоской стамеской, так чтобы быстрее все убрать. Обрезаем все лишнее, которые просятся у нас обрезать. Теперь берем уголочек и подрезаем, обрамляем усы, подрезаем более четко волосы, бороду. Продолжаем работать крупным уголком.
Теперь берем маленькую круглую стамеску и выделяем шею. Выделяем шею от бороды, так, и сразу вырезаем край одежды. Определяем. Это маленькая круглая стамеска, она залазит под бороду. И такими уверенными движениями это все вырезаем. Теперь берем круглую стамеску и потихоньку начинаем подгонять лицо. Стараемся резать поперек волокон, чтобы у нас не было заколов, зарезов. Делаем более ближе лицо, так потихоньку делаем нос, глаза, где будут, все оставляем. С чего можно потом еще точно вырезать. На сегодня будем заканчивать. Продолжение следует. Всем хорошего настроения и до новых встреч.